Мы вспоминали, что из закрытой позиции мы ведем партнершу. Мы пробовали на рок-степ, чтобы она не убегала вперед, а на бэк-бэк. Бэк-бэк, трипл-степ. Степ, трипл-степ. Потом мы вспоминали, что у нас на 3-4 партнерши рок-степ. 3-4 доворачиваются на партнера. Тут у нас ни в коем случае не так, а так. И у нас здесь контрбаланс. Что из закрытой позиции, что из открытой, всегда контрбаланс. И еще вспомнили линдсёкл. Линдсёкл мы старались сделать, вот сейчас по кругу просто маленький шажка, не таким, 3, 4, 5, неуверенные шаги по кругу, сколько там раз, партнерши не чувствуют, и выходите, а уверенные шаги, хоп, 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 давай. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, раз, два, три, четыре. И тогда партнерша почувствует, когда вы сделаете трипл степ из круга, она это всегда почувствует. Еще мы сделали из линдсёкла такую фигуру ролл. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Рокс. Еще раз. И... Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два. И сделали небольшую связку. Покажи цифры. И. Свингал. Семь, восемь. Раз, два. Пять, шесть, семь, восемь. Раз, два. Четыре, пять, шесть, семь, восемь. Линдсёкл. Четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два. И дальше. Все, спасибо. Да.